Здравствуйте, Анатолий Эдуардович. Очень рад приветствовать вас на вашей родной белорусской земле. Вы только что вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов. Нечастым гостем вы стали у себя дома. И хотелось бы узнать, все-таки мы каждый день рассказываем о том, что происходит в Эмиратах. А как обстоят дела здесь? Вот ездит Юнибус. Расскажите, что это такое? Вот сколько мы здесь находимся, оно уже давно нарезает круги. Круги нарезают, образно говоря, для того, чтобы пробежать тысячи, десятки и сотни тысяч километров. Это проходит тестовые испытания в определенном режиме, с определенным программам. Когда, видите, он открывает дверь. То есть мы тестируем двери, открытие и закрытие. Причем любую погоду. Дождь пошел, там, снег. А как подтекание вот, дождевой воды? Другие вещи, да, тестируются. Потом разгон. Езда со штатной скоростью. Ну, здесь скорость где-то порядка 60 км в час, трасса короткая, его не доходит до конца, больше скорости, ну, нет смысла здесь развивать. Хотя мы, вот этот Юнибус разгонялся со скоростью 103 км в час. Но трасса настолько короткая, что это, ну, уже предаварительная ситуация, лучше, ну, так не делать, да. Мы большие скорости получим Эмираты. А как там? Ну, вот 60, ну, нет, даже нет, больше, чем 60 км в час, да. То есть разгон, штатная скорость, торможение, открывание дверей, закрывание, чтобы проверить все системы. То есть ресурсное испытание? Да. Не только колес или там привода, или там тележки, но и всех других агрегатов. В том числе система открывания и закрывания дверей. Спасибо большое. Вы упомянули сами Эмираты. Хоть пару слов, как там обстоят дела? Ну, мы активно там работаем, и часто... Я слышу слова, что почему так долго? Ну, вообще-то я не понимаю, честно говоря, этих слов, потому что долго. Мы фактически вышли на площадку только в январе месяце, даже в феврале. И мы вышли на площадку в другой стране, где другое законодательство, другие требования, другие подходы, организация работы ко всему. Вот, например, мы вышли на площадку, здесь и строим. А там ты не можешь строить сам. Должен быть генподрядчик обязательно. И ты не можешь сам работать с генподрядчиком, а должен работать через консультанта. То есть это другая компания, которая консультирует. И она должна согласовывать все чертежи не ты, а вот консультант. Это для нас ново, непривычно. И для них, и для подрядчиков, субподрядчиков, для консультантов струнная система абсолютно новая. Они не понимают, что такое. Они ничего подобного не строили. Когда говорят, что вот ваш деревянный дом строится так долго, да вот за это время небоскреб построили. Первый небоскреб, я думаю, строили не один год. Но это было 100 лет назад. А сейчас и строить не, никаких проблем. Все отработано. Там простейшая на самом деле технология. Опалубка, колонны, этаж. Снова опалубка, колонны, этаж. Остекление, отделка. Там инженерное оборудование. Все, небоскреб готов. У нас этого, то, что мы делаем, на рынке этого нет. И деревянный дом, он первый дом в Эмиратах. Вы только вдумайте, первое здание в стране, где запрещено строительство деревянных зданий. Как думаете, это легко согласовывать? Я думаю, что даже получить разрешение на его строительство было не легким и не быстрым делом. Да, так даже когда начали строить, вот, представьте, там тоже есть и пожарники, есть МЧС, там, ну, аналогичные службы. И как нам пожарники, например, говорят, мы никогда вам не согласуем. Потому что для того, чтобы он дом удовлетворял нашим требованиям, вы должны с каждой стороны дом покрыть слоем бетона толщиной 30 сантиметров. То есть 30 сантиметров с одной стороны стены деревянной и с другой стороны. Тогда вы дом ведете в эксплуатацию. Ну, естественно, мы же такой дом не будем строить и вводить в эксплуатацию. Да? Поэтому построим скоро, вопросов нет. И уложимся менее чем год. И не надо сравнивать здание или там даже небоскреб с новой дорогой, с эстакадой, которая является разновидностью мостов, эстакад транспортных. Скажите, вообще много историй, когда, допустим, мост там длиной, вот у нас там трасса 400 метров, эстакада построена была менее чем за год. Я вообще таких историй не знаю. Ну, войну, может быть, да? Поэтому где же это долго? И почему-то думают, что чем короче, тем быстрее строить. Да нет, это не так.
Там же не просто дорога, натянул струну и что там повесил, какой-то там, я не знаю, коробку, которая что-то там поехала или не упала, говорит, о, все, все, проект состоялся, да? Мы должны построить две анкерные опоры, которые несут нагрузку несколько сот тонн горизонтально, в пустыне, в песке, усилить песок, да, сделать фундамент, да? И причем это не просто анкерный опор, это станции, полноценные станции, их две. Ну что, что 400 метров? Две станции, причем она многоэтажная, с вот такой нагрузкой, со всеми системами, которые нужны в станции. В том числе система кондиционирования, там же жара очень сильно, там она не так просто, с лифтом стеклянным, с хорошей отделкой, потому что нас посещать будут серьезные делегации. Естественно, мы должны показать СКВ во всей красе, а не что-то там, да? И у нас работает, ну, больше десятка субподрядчиков. И в этих условиях мы работаем. И движемся нормально, я считаю, абсолютно нормально вперед. И понимая вот эти сложности, которые не связаны ни с СКВМ, ни с нами, да, а, ну, объективные причины. В том числе и климатическое условие надо учитывать. Мы не привыкли работать при жаре плюс 50 в тени. А представляете, на солнце. Поэтому даже летом там законодательно запрещено не работать вот днем. Законодательно. И остается только утро и вечер. Поэтому нельзя работать, допустим, три смены там. Нельзя работать в выходные, там запрещено. А здесь мы можем работать и в три смены. И в выходные, если это надо. Поэтому я считаю, что это вот... Мнение о том, что мы затянули и медленно строим, оно, ну, не объективно, на самом деле. И без понимания причин, почему это происходит. У нас есть сварные работы, в том числе в путевой структуре. Причем сварка должна быть равнопрочная. Там варится высокопрочный металл специальными электродами, где в состав электрода входит и вольфрам. Там специальный режим и так далее, то есть режимы сварщика высокой квалификации. К сожалению, мы в Эмиратах вот у подрядчиков не нашли вот, ну, нужного уровня квалификации, поэтому туда поехали работать наши сварщики, которые варили вот наши путевые структуры, стали варить там. И потом оказалось, что мы сварили, и это абсолютно удовлетворяет требованиям нашим, а оказывается, их требования не удовлетворяют. Потому что рентгеновская, когда дефектоскопия показала, что во время разжигания дуги из электрода в вольфрам попадает шов. Получается маленькие вкрапления вольфрама, которые, допустим, американские нормативы не допускают в шве. Потому что они считают, что со временем там возникнет коррозия, дефект, и шов может быть разрушен. Наши нормативы это допускают. Мы это разве это знали? Нет, конечно. И нам пришлось переварить конструкцию. И другие вещи. Обо всем не расскажешь, да? Но мы учимся, и получая этот опыт, нам легко будет потом строить. У нас впереди адресный проект. И только мы знаем тогда, как там работать. Другие этого не знают. И мы будем опять впереди планеты всей. Ну, я думаю, помогает нам быть впереди планеты всей и знать, как там строить. Также то, что мы хорошую сделали домашнюю работу. А как обстоит дело со строительством второй жесткой путевой структуры в экотехнопарке? Ну, давайте подойдем. Это вот уже шестая линия, которая будет сделана по стандартам для Объединенных Арабских Эмиратов, под их уже там скоростные режимы, под их нагрузки. В данном случае здесь самая тяжелая машина будет Unicont весом 52 тонны. Так, для перевозки контейнеров, в том числе 40-футовых. В том числе здесь вот, нагрузка, когда уже поезда, из составных вагонов вместимостью до 300 пассажиров. И все это здесь будет испытываться? Да, ну техника, которую мы здесь изготавливаем перед поставкой в Эмираты, естественно, должна проходить испытания. Наработка как это определенно, должен быть определенный пробег. Да? И вот анкерный опор, например, где будет тоже станция.
Здесь расчет нагрузка, температуры и натяжения струн 1450 тонн. То есть практически в два раза больше, чем у этой? Да, но здесь и более серьезная трасса будет, более мощная, потому что очень серьезные нагрузки. Здесь максимум 10 тонн, здесь 52, ну, понятно, да? Поэтому там более мощные будут рельсы, струны, да, высота фермы будет выше. Прилеты здесь немножко меньше, 48 метров, там 50 метров. И здесь мы не просто хотим построить, сейчас немножко мы... приостановили работы, потому что сейчас идет заказ на уточненную конструкцию, потому что путевой структуры, потому что нам стали известны дополнительные требования к тому, что мы строим в Эмиратах. Мы это не можем не учитывать. Да? Поэтому некоторые уточнения в путевой мы сделали, в том числе там вот, в отношении сварки. И поэтому, естественно, комплектующие изменились, ну, в том числе марки стали, там, толщины стали, там, прокаты и так далее. Поэтому мы сейчас перезаказываем. И в те же сроки, что и планировалось, построим эту трассу. При этом даже мы быстрее построим, хотя на некоторые не тормознули, потому что технология упростится. И сделаем дешевле, как ни странно. Потому что эти уточнения, они снизят, ну, существенно цену. Дороги, я могу сказать, что, ну, на километр трассы, это тяжелая трасса, она не такая уж дешевая будет. То есть это будет дороже, чем вот предыдущая линия. Поэтому где-то на километре дороги мы можем даже при сильном изготовлении сэкономить порядка 2 миллионов долларов. Только из-за того, что внесли вот эти изменения и дополнения. И, естественно, мы внесли эти изменения и дополнения в документацию в инновационном центре Шаржи, где мы строим тестовые участки длиной уже по 2,5 километра. И поэтому там немного тоже мы тормознули строительство для того, чтобы построить в конечном итоге быстрее и за меньшие деньги. А это деньги инвесторов. Мы не должны просто так тратить их. Да? Мы должны эффективно их использовать. И раз мы, если мы находим решение, которое удешевляет, допустим, упрощает технологии, ускоряет там строительство и так далее, в конце концов уменьшает затратную часть, но прибыльная часть остается той же от проекта, то в конце концов это увеличит доход от реализации проектов, увеличит прибыльность, ну и, соответственно, увеличит дивиденды для наших инвесторов, для наших акционеров. Поэтому мы должны быть заинтересованы в том, что мы делали правильно и хорошо, а не только давайте быстрее, давайте лишь бы как, так как попало, ну лишь бы поехало. Но это нас никто не купит, если лишь бы поехало и как попало. Так? Поэтому мы делаем очень серьезно, потому что рынок серьезный, и мы должны быть не хуже Боинга, не хуже там Форда, Тойоты, я не знаю, там, других известных брендов, а не на уровне там брендов, которые, ну, как нарицательно, там, на уровне Запорожца. Хотя я считаю, что Запорожец хорошая машина была. Но тем не менее, это ну, нарицательно стало, да? Поэтому вот с учетом всего вот того, что я сказал, мы идем вполне по графику. А как обстоит дело с инвесторами и с инвестициями? Ну, можно сказать, идет по графику, с учетом уточнений тех проблем, которые возникали ранее, в предыдущие годы, то, в том числе форс-мажор, тут связано с Литвой, это известно всем нашим инвесторам. То есть идет нормальное финансирование, более того, что на фоне уже наших успехов стали наконец-то появляться крупные инвесторы. И вот одному из них, вот... По нашей традиции, к этой группе вот из четырех инвесторов, которые, каждый из которых вложил больше миллиона долларов, вот сейчас устанавливается еще одна скульптурная группа. Очень скромному инвестору, который просил не называть сумму и свое имя, он очень скромный человек. Ну, это как собирательный образ наших инвесторов получился. При этом он поливает не дерево, а знак... Видите, Экоспейс, вот
технологии космической, да, Spaceway. Потому что Skyway – это первый этап реализации более глобальной, более амбициозной и более нужной человечеству программы – вынесения промышленности и индустрии в космос. И, кстати, он тоже, этот инвестор, помогает активно в этой работе. Можно я здесь в данном месте задам самый популярный вопрос из всех, которые я получаю? Так что, это значит, что скоро закрытие входа в корневую? Да, возможно. Я не буду называть дат, но... Скорее всего, да, чем нет, но я не могу даты называть. От многих факторов зависит. От того, как мы вот стройку завершим в Шарже, как мы продемонстрируем это, как отнесутся к этому наши партнеры, которые, к сожалению, не всегда адекватно, имею в виду, по причине инвестиций относятся к тому, что мы делаем. То есть от многих факторов это зависит, да? Но то, что там произойдет, ну, без сомнений, достаточно быстро. Ну, я надеюсь, что с такими инвесторами, как... Данные проблем, да, проблем у нас не будет. Нет, конечно, не будет. И это, говорю, собирательный образ этих сотен тысяч инвесторов, которые, ну, пришли в проект, скажем. И тех миллионов, даже миллиардов инвесторов, которые придут в проект Spaceway. Потому что этот инвестор вот, помогает, в том числе, на уровне Организации Объединенных Наций налаживать сотрудничество. По этому проекту. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальных сайтах Skyway, поддерживайте наш проект, несмотря ни на что, несмотря на приход таких инвесторов, о которых мы сегодня рассказывали. Ваша поддержка нам все-таки еще очень нужна. Строй Skyway! Спасай планету!